После успешного прохождения заводских приемов сдаточных испытаний демонстратор сверхбольшой подводной автономной системы DDO Naval Group проходит свои функциональные надводные и подводные навигационные испытания в море. DDO является первым демонстратором XLAV сверхбольшого непилотируемого подводного аппарата, который является ключевым элементом проекта UCAV – беспилотный боевой подводный аппарат французского агентства оборонных закупок. Поскольку он будет использоваться для интеграции и тестирования в море ключевых технологических компонентов, основанных на основном оперативном применении. Учтена дрона 10 метров, масса 10 тонн, максимальная скорость 8 узлов, 15 км в час.